29 ноября в Малом зале Дворца культуры «Спартак» прошло заседание Общественной палаты города Хасавюрт. На повестке дня обсуждения значились два основных вопроса о деятельности поискового движения «Кавказ», занимающегося выездными экспедициями по местам сражений времен Великой Отечественной войны, и деятельность родительских комитетов в городе Хасавюрт. В работе собрания приняли участие заместитель главы администрации Хайбула Умаров, председатель Общественной палаты Хасавюрта Магомед Расул Шейх Магомедов, военный комиссар города Хасавюрт Абакар Даудов, руководитель городского ТОКС Балатхан Халиулаев, директор городского музея Марат Чуаибов, юрист-консуль ОМВД России по городу Хасавюрт Майя Ахмедова, участники поискового отряда, члены общественной палаты и местные СМИ. Подробно о работе поискового отряда рассказал инициатор проекта, заместитель главы администрации Хайбула Умаров. После Орловска, приезда с того же самого Крюцовских высот, мы, так сказать, сгруппировались впервые в истории республики нашей. К счастью, у нас не было войны, и нога фашиста не ступила на нашу дагестанскую землю. Но при этом мы внесли огромные потери, так же, как и весь советский народ. В частности, наши деды, отцы погибали за нашу родину. И более 7 тысяч вернувшихся, сейчас мы говорим о Хасавюрте, я не ошибаюсь, у нас около 15 тысяч или 14 чем-то уже на фронт, 7 тысяч только из них вернулись, многие пропали без вести. Пресс-секретарь администрации города Нажиула Абдуллаев отметил актуальность работы поискового отряда, подчеркнув, что такие экспедиции способствуют улучшению межнациональных отношений. Актуальность и необходимость этой работы, наверное, пришло, когда в Волгограде открывали этот памятник дагестанцам. Как раз таки можно об этом сказать. Вот это было довольно серьезное мероприятие. Вот там ты понимаешь, для чего вся эта вообще работа была сделана и какое отношение у людей, которые живут, допустим, у дагестанцев, которые живут вне республики, и даже и те же дагестанцы, которые хотят знать, где хранится память, о подвигах их предков. Также участникам общественной палаты был продемонстрирован фильм о работе поискового отряда за весь период деятельности. Я сам согласился, я хотел любые такие вещи. И вот мы приехали, третий день, по-моему, копаем. И сегодня нашли, как сказали, ребенок, череп, зубы, ребра, все. За это время успели подружиться с ребятами, которые здесь находятся, узнать о них многое, и они также нас узнали за разговорами возле костра. И это, знаете, очень приятно, то, что нас хорошо встретили, мы смогли наладить с ними связь и внести какой-то вклад в сохранение истории наших предков. Ведь то, что было здесь, это история каждого. Далее был обсужден вопрос деятельности родительских комитетов. С докладом на тему выступила член общественной палаты Мадина Сатьяджиева, которая рассказала о проведенной встрече председателей родительских комитетов с руководством гимназии номер 2. Также свои предложения по совершенствованию работы внесли остальные члены общественной палаты, которые были приняты к сведению для дальнейшего предложения комитету. Курбан Гирейханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».